поездка, мы говорим о контроле ситуации по востоку Украины, по ситуации с зоной неспокойных конфликтов. Вы знаете, что сегодня ночью мы имели инцидент, провокацию практически на одном из блокпостов в Славянске, где была инспирирована перестрелка, и которая очень интенсивно пошла обсуждаться в российских средствах массовой информации. Мы имеем ситуацию, при которой несколько автомобилей прострелены. Есть довольно странные интерпретации со стороны российских СМИ. Для того, чтобы констатировать якобы нарушение Женевских соглашений, вопрос заключается в том, что ни Министерство внутренних дел, ни Служба безопасности Украины, ни кто-либо из специальных служб, других специальных служб Украины не проводили этой операции, никакой операции, и более того, имеют указание во время пасхальных свят прекратить любые активные действия. Дополнительно скажу, что идет служебное расследование, но там не находились подразделения МВД, поэтому мы занимаемся расследованием как в обычном криминальном преступлении. Единственное скажу, что сопоставляя данные, которые публикуют российские СМИ, и те факты, которые мы видим на месте, у нас многие вещи не стыкуются. В частности, российские СМИ заявляют о том, что были обстреляны мирные граждане, мирные жители, и в то же время демонстрируют автоматные очереди на капотах якобы нападавших автомобилей. А говорят о раненых и убитых, в то же время мы нигде не находим следов крови. То есть такие нестыковки позволяют нам говорить о все-таки о провокациях, которых достаточно.